Всем привет! С вами я, Алиса, и сегодня к нам пришла 14-я посылка из Америки. Это почти 15-я, юбилейная, но не 15-я. Однако, это не помешает нам открыть супер-огромную карабень с куклами. Крутыми причем. Так что не переключайтесь, смотрите видео до конца и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео и конкурсы. Йоу-йоу-йоу! А мы начинаем распаковывать это посылище! Пам-пара-па-пам! Итак, начинаем нашу распаковку. Чего? Начинаем смотреть, ребята. Поехали. И я вижу коробку. Что это такое? Итак, это та-дам, Твайла. И моя коллекция виниловых фигурок пополнилась новой Чей с куколкой. Это супер милая Твайла, как и я уже только что вам сказала. И она такая сладенькая. Прям хочется ее съесть. А ее волосы такого нежного цвета и супер блестящие по понтам. И они мне напоминают маршмеллоу. Но маршмеллоу я не ем, колю я тоже не пью, поэтому я только нюхаю в магазине этот вкусный запах. И так вот это выглядит. И я тут вижу много разных пакетиков, не целлофановых, хотя кто знает. В общем, это фэшн-пэки Monster High. Сейчас должен быть 4-й, я знаю. Во! Так, я вижу фэшн-пэк. Клодин. Простите. Мне очень жаль, я соболезную. Фэшн-пэк Франкенштейн. Фэшн-пэк Клео Денил, Клодин и Дракулауры. Жаль, что все аксессуары уже повторяющиеся, они были в старых коллекциях. И надо сказать, что судя по таким вот пакетикам, Маттел обеднел. Плак-плак. К сожалению, не соизволили сделать коробочку, как это было раньше, вот в таких вот. Вот, я для сравнения взяла фэшн-пэк Abby Bambinable и фэшн-пэк Spectre Wondergeist. Такая вот разница великая, колоссальная, я бы даже сказала. И еще одна классная чейс-фигурка. Ура! Это Гулия Йелпс. И я обожаю чейс-фигурки. Кто смотрел мою коллекцию, тот, наверное, знает. А если не смотрели, посмотрите. И я за Гулей уже давно охотилась, но, к сожалению, в онлайн-продажу она поступила совсем недавно. Засуронька, шучу. Не бомбите. Хо-хо-хо. А Гулия, она особенно прикольная. Ее сочетание белого тела и вот этих вот синих волос, а-ля металлические, они, это просто... О, вот такая вот бомба. Яху! Новая Франкенштейн. Базовая, после перезагрузки бренда Monster High. Ха-хай. Из-за нового типа коробок она довольно помялась, это заметно, когда я на нее вблизи смотрю. Больше всего мне в куколке нравится ее лицо, face, скажем так. И если приглядеться, то глаза словно нарисованы по-настоящему, вручную. Хотя на самом деле это всего лишь печать. Но иллюзия обмана такая вот у нас. И мы отправляемся в морское путешествие вместе с Гилом. Он нас пригласил, и мы не можем отказаться от этого. Правильно? Ну, я, например, не откажусь. В общем, он одет, конечно, немножко простовато, но не на банкет. Это ясен пень. Но для морского путешествия это отличный и самый подходящий вариант. Гил Вебер Шрикт Фрект особо не отличается от своего первоначального образа, и ян-то хорошо. И, кстати, эта куколка является эксклюзивом, несмотря на то, что он одет в сланцах. А, нет, он одет не в сланцах. У него слепоны, или же это даже кроссовки, как это можно назвать. И у него есть такая вот масочка с фингалом. Шутка.
что-то не понял. В общем, ловите его, пока он доступен. Он ваш. Следующий на подходе – это девчуля, которая просто обожает малиновый цвет. Итак, это я. Да, я правда люблю малиновый. Но в коробке кукла Дракулаура из базовой коллекции после ребута. Нежданда. Ее коробочка тоже немного пострадала, но я думаю, это будет совсем не беда, ведь куколка очень милая. Да-да. Коллекция Welcome to Monster High пополнилась еще одной эксклюзивной куколкой, которая просто так не валяется. Хотя, может быть, и валяется. Надо съездить и посмотреть. Может быть, этим мы займемся прямо сейчас. И как мы можем заметить, эта куколка Abby Abominable из серии Welcome to Monster High. Добро пожаловать в Monster High. И подсерия называется Dance the Pride Away. Dance the Pride Away. Поначалу я немножко сомневалась в этой куколке, но спустя некоторое время появились живые фотки, и мое мнение свелось на «Да, это крутая кукла! Е, она чётенькая!» Тут есть классные вещички для вас, для вас! Йоу, давайте смотреть! На мой взгляд, один из самых шокирующих наборов в этой посылке это сет. Какой сет? Это сет Нефер Денил и Аманиты Найтшейд. Поприветствуем! Серия называется Scream and Sugar, что дословно переводится как крик и сахар. Да, и действительно, две коварные девчонки вместе. Но правда, Нефера, она немножко смахивает на свою сестренку Клео. Ну да ладно, закроем на это глаза и сделаем вид, что мы просто этого не заметили. И кладиша Шрикт-брект. И что-то она потеряла сережки, целых три. Как вы думаете, она похожа на меня, вот эта вот куколка? Пишите в комментарии. Вау, что это за коробка? Подождите, я могу попрыгать от счастья, что я вижу. Божественно, крутится. Это же двойной сет Ребекки Стим и Хексикая Стим Комикон 2020. Да, я спустя очень, наверное, долгое время, пока их рассматривала, могу сказать, что Хексикай очень уж масштабный. Вот эта вот шестеренка вот так классно крутится. По размеру один Хексикай равен двум или трем монстряшкам. Но его рука это что-то просто из разряда вау. А вызывает одно восхищение, вот честно вам говорю. Ну а девчуля Ребекка просто золото. И я в качестве комиконовских кукол ожидала увидеть, конечно, сет Кэти Нуар и Фараона. Но обстоятельства сложились немножко по-другому. Да. И сейчас начинается та часть кукол, которая предназначена для вас, мои дорогие подписчики. Я вас очень люблю. И я сейчас вам покажу, какие кукол я заказала для вас для конкурсов, которые в скором времени будут на нашем канале. Итак, первое это Эврика. Что я, честно говоря, случайно сказала это. И первая кукла это Сидорвуд Комикон 2016. Что-то я говорю это громко, потому что я очень рада, что найдется один счастливчик, который получит эту куколку. Ну и еще одна куколка. Такая же интересная, но немножко другая. Это Франкенштейн Ghostbusters. Я очень счастливая сегодня, простите. И Франкенштейн охотница за привидениями. У-у-у-у.
Ну а побольше об этих куколках я вам расскажу в моих обзорах на нашем канале. Так что скорее подписывайтесь. Стоп, я знаю, что надо взять. Так что скорее подписывайтесь и следите за новостями наших соцсетей и канала. Нажмите на эту кнопочку под видео. Па-па-пау! И напишите в комментарии, на кого вы хотите обзор. Поскорее, выбор просто огроменный. Ну а с вами была я, Алиса. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте ваши лайки. Be cool and crazy. До новых видео! Пока-пока!